Знаете, что я могу сказать об открытии? Это пизд... Дисклеймер. Данное видео осуждает употребление алкоголя, запрещенных веществ и табака. А также в видео присутствует мат, ненормативная лексика и признаки шизофрении. Данное видео носит информативный характер и призывает вас не вести себя, как в данном видео. Приятного просмотра. Внимание! Данное видео доступно для просмотра лицам старше 16 лет. Приветствую. Думаю, вы успели заценить троицкую линию? Нет? Тогда в этом видео вы увидите, как происходил хаос на станции «Новаторская». Даже Ярик-транспорт убегает после этого. Не буду вам спойлерить. Приготовьте чай и попкорн. Приятного просмотра. Остались считанные секунды до открытия. Сейчас все дети туда сядут. Садитесь, дети, уважаемые. Садитесь.
Итак, у нас сходка. Сходка метроблогеров. Тем временем уже запечатлевают. Здесь место. Да, да, привет, привет. Да, я сниму нормально. А, сорян, да. Вот такая толпа детей. И, скорее всего, если все метроблогеры придут, то их окружат. А, соответственно, место для прохода будет свободным. Thank you.
Давайте пошумим в честь открытия новой линии. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – генерала Тюленева. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Генерала Тюленева. У вас, наверное, конечный ключ? Давай. Генерал Тюленев, это казанцев.
карточку. Или на бар. О, ты не ушлёшь? Пойдём. Всё, погнали. Нет, ребят, двери сами Поехали.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – генерала Тюленева. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Уважаемый Крис, что у нас происходит? У меня закончились мысли. Вот что. Так. Здравствуйте, это студия Эден. Скажите, пожалуйста, как вам открытие, как вам новенькая станция? Я извиняюсь за то, что отвлекся. Как вам открытие новых станций Троицкой линии? Однозначно новые станции Троицкой линии будут пользоваться своей популярностью. Например, мы сейчас находимся на станции Университет Дружбы Народов. Я считаю, что студентам этого прекрасного учреждения будет очень удобно добираться, соответственно, да, до своего места учебы. Согласен, потому что, наверное, надо продолжать еще продление до коммунарки, вот. Но уверен, что и эти четыре станции будут пользоваться своей популярностью, и они не будут бесполезными, это однозначный факт. Они будут приносить свою пользу, выгоду, и на них будет много людей. Это факт. Всех с открытием, и всем приятного вечера или дня. Благодарю. Хорошего дня. Здравствуйте, это канал Студента. Скажите, пожалуйста, как вам новая станция, как открытие, как впечатление? Да. Среди новой станции мне особенно понравилась Тютчевская, на которой мы сейчас поговорим. И нет, я, конечно, не фанат товарища Тютчева. Из так называемого собянинского хай-тек. Само открытие мне не сильно понравилось, потому что народу было снимать куча. Мне пришлось пройти поезд, ждать, чтобы спокойно сесть и в том холодном вагоне заехать Здравствуйте, это канал Студия Эда. Скажите, пожалуйста, как вам открытие, как вам впечатление, какая ваша любимая станция теперь? Впечатление очень, конечно, массовое, приятное, потому что станция, вот она вышла очень довольно-таки красивой, современной, то есть по дизайну. Я, конечно, человек из Петербурга, но лично мне по душе данная вот эта станция. Особенно вот эта, потому что она в моих любимых цветах. И мне кажется, что она будет пользоваться большим спросом.
Здравствуйте, это студия Эда. Скажите, пожалуйста, как вам новые станции? Очень красиво. Моей маме все не очень нравится. Очень красиво, реально. Новые поезда, новые станции, все новое. Очень красиво. 10 баллов. А вы что скажете? Большое спасибо. Здравствуйте, канал Студия Эда. Блин, я благодарен за то, что вы сделали такой титанический труд. Надеюсь, что московское метро и дальше будет расти. Что вы хотели сказать насчет мероприятия, которое прошло и сейчас идет? Спасибо большое. О, смотрите, сколько людей. Вы только посмотрите. Hello? Hi, hi. Итак, студенты РУДН уже участвуют в репортаже про открытие собственной станции метро. Канал студии Эда, скажите, пожалуйста, как вам новая станция? То есть вам понравилось, да? Да. Понятно, большое спасибо. Вообще фурии на станциях в Троицкой линии, это уже считается мемом. Фури, курва! Я пердоли! Я пердоли! Уже считается мемом. Hello? Hello. He don't speak English? Yeah. Здрасте, здрасте. Как вам новая станция? Замечательная? Excuse-moi, parlez français? Non, je suis désolé. Do you like this station? Bien sûr, j'aime. Oui? Мне нравится, очень нравится. Ah. Да.